Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. В районе Махмутла, почти на первой береговой линии, продается 3 плюс 1, который подходит под гражданство. Квартира минимум 110 квадратных метров полезная площадь. Проект был сдан в 2007-2008 году. У меня есть несколько вариантов под гражданство. Можно купить 2 или 3 квартиры. Экспертная оценка этой квартиры минимум выходит 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов, дорогие зрители. Вид на море. Есть бассейн, открытая парковка и беседка. Вот такой балкон можно застеклить. Будет еще дополнительная комната. Если еще вдобавок купить 2 плюс 1, то 2 плюс 1 или 3 плюс 1 еще найти, то минимум можно указать 403-405 тысяч долларов. И подать заявку, наверное, будет длиться как минимум 6 месяцев. Но многие подали, как я слышал, под гражданство, еще ждут. Уже 8 месяцев и год между ними. Еще один балкон. Здесь стиральная машинка Siemens. Два санузла в квартире. Первый санузел полноценный. В другом санузле нету душевой кабинки. Средний этаж, не крайний. Не крайний. Вот санузел. Второй. Это у нас вторая спальня. Выходит на балкон. Есть также варианты 155 тысяч евро у меня, 180, 190, 200 под гражданство. Эта квартира стоит 172 тысяч евро. Могу вам подобрать портфель квартир и вести ее здесь все дела, чтобы вы смогли получить гражданство Турции. И еще один балкон застекленный. Так. Там улица Барбаросса, там море, как вы видели. Айдат, 400 лир. Спускаясь вниз, показываю территорию. Лифт, вместимость 3 человека. Так. Есть 5 ступенек. Беседка, зона барбекю. Фасад здания. Открытая парковка, вход с первой линии и бассейн. Воду спустили. Да. Так, дорогие зрители, если хотите получить гражданство Турции, звоните, я вам подготовлю портфель. У меня где-то есть 7 минимум квартир, которые я вам могу показать. Нужно купить 2 квартиры или 3 квартиры, чтобы гарантированно смогли получить гражданство. А минимальная оценка квартир могут указать 150 тысяч долларов. Это все в зависимости от 2 плюс 1 или 1 плюс 1. А, все, с вами был Агасис, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.